Если бы не Сталин, побед бы не было. Это документальная работа. Я 20 лет над ней работал. It's a documentary work which our friend writes for 20 years. It's big, big. Yeah, I can't read Russian. Keep I will write it for you. Okay. Вот фашисты. It's fascists. Вот наша техника, а вот фашистская. Вот наша Катюша, а вот их Ванюша. Шестиствольные, а тут вот 32 снаряда. Сегодня мы смотрели технику, ой, шикарно ходил. Что там только нет. Вот наши солдаты читают книги, а вот фашисты режутся в карты. It's Russian soldiers and German instructions. Вот наши валенки, а вот фашистские валенки из соломы. It's a Russian one made of войлок material, and this is a German made out of grass, you know. Задумался. He thinks about work. Фриц. He should have come to Russia. Post-traumatic stress. Yes. Oh, this nice. Oh, nice pictures. Вот эту радиолу Черчилль подарил Сталину. This radiola was a present from Churchill. А вот зал заседаний на ближней даче у Сталина. And this is the hall of. Вот у Жукова награды. А вот у Сталина награды. The Zhukov is the main commander of Russian forces, and Stalin is I don't know how to say it's the main commander father of all, yes. And the father of all has less marks than вот Zhukov. Приехали. Very nice. Very nice. А вы участник Великой Отечественной? Или нет, позже родились? Вот много вранья сейчас, что Сталин первую неделю где-то там, нигде не показывался. Вот список посетителей Сталина в первую неделю. Вот, он принял 200 человек, хотя у него температура была 40, поэтому он не выступал 22 июня по радио. А выступал Молотов в 12 часов. Вот, вот посмотрите, да. Кого и когда он принял. Да. Каганович, вижу всех. Сталин, как сказал Черчилль, такие рождаются раз в 1000 лет. The people like Stalin, like Churchill said, is coming to Earth one time in 1000 years. Okay. Yeah. Yes. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Всяческих благ. Спасибо.